29 марта 1945 года. Войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали бои по очищению от противника восточной части города Гданьск. В этом районе советские войска взяли в плен более 18 тысяч немецких солдат и офицеров, а также захватили 50 самолетов, 67 танков и 369 полевых орудий. За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 78 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника.